Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале «Мои 6 соток». И я сегодня хочу рассказать вам о моркови. Каким образом я поступаю с ней. Я никогда при высадке моркови, при посадке, не прореживаю ее. Прореживаю я ее в августе, в конце августа. Вот я проредила свою морковь, почистила, и теперь я ее перетру на заморозку. У меня в мясорубке есть такая терка, крупная терка для моркови. Через мясорубку я прогоню всю морковь. Итак, уважаемые подписчики, морковь перетерта. Я разложила ее по пакетам. Как вы сами видите, я выпустила воздух, и морковь свободно в пакете лежит. И теперь я все отправляю в морозилку. Морозилка у меня No Frost, без льда. И это очень удобно. Потом зимой я откалываю ножом кусочек моркови, сколько мне нужно, и делаю поджарку. Вот таким вот простым способом можно облегчить себе работу на зиму. Не нужно тереть морковь, она уже натерта и готова к употреблению. Свойства она свои не теряет при заморозке. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.